Приветствую, коллеги, это аналитик валютных рынков и торговый идеи от компании Tikmill. И с вами я, Артур Изятуллин. А в понедельник у нас произошла интересная комбинация движений в рисковых и защитных активах. Значит, по фьючерсам S&P 500 мы видим, что после коррекции в понедельник у нас произошел резкий рост, обновился у нас максимум, установился на уровне 3677 пунктов. При этом, если мы посмотрим на золото, вместе с ростом в рисковых активах у нас, получается, подскочило также золото, то есть и защитный актив, и рисковые активы у нас выросли. При этом у нас доллар находился в обороне, как и ожидалось. Он у нас практически протестировал отметку 91 пункт. И вот такая вот динамика, вот такая вот комбинация говорит нам о том, что получил развитие один из таких старых заскорузлых поводов для роста рисковых активов. Это фискальная сделка в США, переговоры по ней. Вчера у нас появилась, значит, новость, что группа сенаторов из обеих партий, то есть часть демократов и республиканцев, значит, они договорились о принятии пакета мер почти что на 900 миллиардов долларов. При этом молчание у нас прервали ключевые фигуры Конгресса, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл. Они также заявили, что им есть предложить партийным оппонентам, у них есть некоторые предложения по фискальной сделке. Значит, у нас появился вот такой поток новостей по одному немного забытому, будем так говорить, новостному поводу, это фискальная сделка. И вот эти новостные заголовки, они немного приподняли шансы, что фискальную сделку у нас могут одобрить уже в декабре. Естественно, на это у нас реагируют как и рисковые активы, потому что, собственно, новый виток роста государственных расходов – это увеличение потребления, это рост выручки у компании, на что, собственно, реагируют цены акций. И с другой стороны, увеличение государственных расходов, резкое увеличение государственных расходов – это значит увеличение предложения облигаций правительства США на рынке. При этом у нас, как ожидается, будет падать реальная ставка, а золото и реальная ставка, они у нас связаны обратно пропорционально. Вот, собственно, поэтому такая комбинация, можно предположить, что она как раз-таки, ну вот с учетом заголовков, новостных заголовков, с учетом новостей, которые мы получили, эта комбинация может говорить о том, что рынок начинает готовиться, собственно, к развитию вот этой истории с фискальной сделкой. Из экономических отчетов у нас сегодня заслуживает внимания отчет ADP, отчет по рынку труда в США. Рост рабочих мест как в ноябре, как ожидается, составит 410 тысяч, в октябре он составит 365 тысяч. Не так уж и много, но если у нас будет хорошая трудовая статистика сегодня, завтрашний отчет Non-Farm Payrolls тоже будет хорошим, сильным. Достаточно вот соответствие вот этим скромным прогнозам, это уже позволит укрепить текущие позиции рисковым активам. Все те исторические максимумы, которые мы увидели по фьючерсам, по SP500, им удастся закрепиться на хорошей статистике, потому что она ложится, будем так говорить, на новости, на поток новостей, связанные с фискальной сделкой. То есть, с одной стороны, сильная экономика, а с другой стороны, поддержка дополнительная правительством. Вот, но касательно трудовой статистики, у нас, вероятно, негативный сюрприз на этот раз, и на это указывают первичные заявки на пособие по безработице за ноябрь. Видно, что у нас число безработных, новоявленных безработных, будем так говорить, оно снижалось длительное время, и вот в ноябре у нас начала прослеживаться слабость на рынке труда. Первичные заявки на пособие безработицы у нас начали устойчиво расти. Все это говорит о том, что у нас возможен негативный сюрприз сегодня по отчету ADP, завтра по Non-Farm Payrolls. Поэтому, возможно, чуть-чуть большая коррекция, да, которая вот здесь началась, чуть-чуть больше она продлится, но в целом это не изменяет основного направления рынка, это движение вверх.
Сегодня позитивно рынок также добавила сильная статистика по австралийской экономике. Давайте посмотрим. Значит, ВВП у нас квартальный рост составил 3,3%, прогноз был 2,6%. Это квартальный рост в третьем квартале. Ну и, собственно, если мы в годовом выражении смотрим, меньше он снизился, чем ожидалось. Ну, то есть это не последняя как бы экономика, да, Австралии в мировой экономике, поэтому рынок также ориентируется, собственно, на то, что там происходит. Это экономика, которая ориентирована на сырье, на экспорт сырья. Экспорт сырья – это производство, и все это укладывается вот в общую картину того, что производство в мире восстанавливается, несмотря на некоторую вялость в секторе услуг. Сегодня у нас также ожидается выступление Пауэлла в Сенате. Значит, он выступает перед банковским комитетом. Вот. Как ожидается, он будет формировать некоторые такие ожидания по поводу того, как ФРС поступит в декабре. Я напомню, что есть ожидание, что ФРС может увеличить программу количественного смягчения, либо ее продлить. И это, в принципе, укладывается с тем, что у нас правительство США может начать увеличивать заимствование, чтобы, собственно, финансировать эту фискальную сделку. И нужна будет поддержка центрального банка, чтобы стабилизировать рынок облигаций. То есть, увеличивая покупки, он будет стабилизировать спрос, выравнивать, будем так говорить, компенсировать резкий наплыв предложения облигаций от правительства на рынок. Вот. По евро-доллару, по валютному рынку, давайте посмотрим. Значит, он пара у нас после предыдущего прогноза, да, вот ожидалось, что у нас будет откат вот здесь до трендовой линии, до уровня 1.1950, но решил как бы евро-доллар не возиться, да, с этим откатом, и вот просто ушел вверх. Произошло это как раз-таки вчера, произошло это после того, как начали поступать вот эти новостные заголовки, вот эти новости по поводу фискальной сделки. Фунт доллара у нас также, получается, вырос, но сейчас находится в коррекции. Вчера у нас был практически тест сентябрьского максимума, это уровень 1.34, получается, 1.3470 получается. Вот, был у нас также вчера этот тест, и, в общем, сейчас пара фунт-доллара у нас консолидируется. Тенденцию в обоих парах у нас задает доллар, спрос и предложение на доллар, поэтому стоит сейчас фокусироваться на том, что происходит в США, в частности, на новостях, которые показывают, вот, насколько сближаются позиции демократов и республиканцев по фискальной сделке. На мой взгляд, у нас евро-доллар найдет, нащупает новую поддержку уже на уровне 1.20, получается. Вот здесь уже будет новая поддержка. И постепенно он будет целиться на максимум 2018 года. Это уровни 1.22, 1.23, которые были достигнуты в апреле, получается, 2018 года вот здесь. Для этого есть все предпосылки, давайте перечислим как бы основные из них. Значит, основные риски сейчас для евро, они лежат в области, в плоскости переговоров по Brexit. И второй момент – это фонд восстановления еврозоны, это средства, которые собирают страны еврозоны, чтобы профинансировать восстановление. И там есть некоторые разногласия, но меньше денег, понятно, слабее восстановление, и это угроза для евро. Вот. Но риски там сейчас незначительны, да, есть возможные какие-то камни преткновения, но их, как ожидается, смогут устранить постепенно. А в свою очередь ЕЦБ у нас четко дал понять, стало это понятно еще на прошлой неделе, что он не будет размахивать кувалдой в виде снижения ставок, в виде увеличения программы количественного смягчения, он будет использовать более адресные, более таргетированные меры, он будет вознаграждать банки с хорошим кредитным портфолио, которые хорошо кредитуют реальный сектор, хорошо кредитуют реальную экономику, он будет вознаграждать их льготными кредитами, будет продлевать или расширять программу льготных кредитов для них. Евро это, как ожидается, не почувствует, поэтому, собственно, для него открывались вот тогда перспективы наверх. Сейчас новости по фискальной сделке только усилили этот тренд, видно, какое произошло у нас
здесь мощный прорыв. Сейчас будет консолидация, на мой взгляд, не ниже уровня 1.20. Если будет 1.20, то можно, на мой взгляд, уверенно подбирать и целиться уже на уровне на максимум 2018 года, получается. Вот такая вот ситуация у нас обстоит на валютных и фондовых рынках. А если вам понравилось это видео или вы считаете, что оно оказалось для вас полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете их задать под видео. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профит.